Здравствуйте, коллеги. Retail Tech снова в эфире. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Владимир Малых, я представляю компанию FTO. Это системный интегратор среднего размера, в общем-то, порядка 300 человек. То есть мы не очень большие, но и не очень маленькие. И на этом мероприятии мы потому, что у нас есть компетенции в ритейле. Собственно, занимаемся мы как внедрением 1С в разных ее проявлениях, то есть, по сути, практически все решения на базе платформы 1С, а также бизнес-аналитикой, то есть мы внедряем BI-системы на базе платформ Power BI и Qlik. Если говорить о том, что наиболее востребовано вот сейчас, да, особенно после пандемии, то однозначно могу сказать, что существенно вырос спрос именно на решения BI. Почему? Потому что компании испытывают необходимость в получении инструментов, которые позволили бы им реально получать аналитическую информацию по продажам, по товародвижению, по логистике. То есть это то, без чего ни один нормальный ритейлер на сегодняшний день жить не может. И вот если говорить про системы класса ERP, которыми мы занимаемся, то есть это система среднего класса типа 1С, то нужно признать, что хороших BI-решений на 1С пока нет. То есть фирма 1С занимается развитием 1С-аналитики, но пока что этот продукт еще не выпущен. Поэтому на сегодняшний день мы широко вот используем именно BI на базе Qlik и Power BI. Рекомендуем к нам обращаться, то есть у нас есть компетенция, есть много клиентов-ритейлеров, довольно крупных, которые вполне довольны сотрудничеством с нами. То есть это Dixi, Монетка, Bubblegum, то есть это такие достаточно хорошие, крупные ритейлеры. Да, тогда подскажите, какие технологии в принципе влияют на развитие в ритейле? Представляете ли вы их широкий спектр, чем может быть полезно еще нашим ритейлерам? Если говорить про именно компанию FTO, то все же мы довольно-таки узконаправленные, да? Мы занимаемся именно ERP и BI, то есть это довольно узкий сегмент. То есть мы не занимаемся железом, мы не занимаемся мобильными технологиями, мы не занимаемся там распознаванием образов, то есть это не наша тема. Но в 1С мы все умеем и делаем это хорошо. Поддержка, внедрение, пожалуйста. BI. Надеюсь, наша выставка будет вам полезна. И, конечно же, надеюсь, до встречи в следующем году уже с новыми партнерами, новыми идеями. Спасибо вам большое. Обязательно. Спасибо, обязательно. Будем надеяться, что увидимся через год, что ничего нам не помешает, никакая пандемия, и все будет хорошо.